И вот вы только посмотрите на него. Ну, сразу по нему складывается ощущение, то, что предатель именно он. Вот если посмотреть на, вот, на всех нас, кто здесь находится, даже на голубого Костю и на всех остальных, ну, никто не кажется таким предателем, как Желтый. Он что в предыдущей серии всегда был предателем, что сегодня точно будет предателем. Я предлагаю всем дружно выбросить его за борт прямо сейчас, пока даже игра не началась. Все согласны? Мия, проделывай прямо сейчас дыру в иллюминаторе, а ты, банан, быстро беги и выпрыгивай. Не заставляй силой тебя туда выталкивать. Быстро пошел отсюда, предатель, давай! Фух, вот мне кажется... То, что в следующей игре вообще ни одного предателя не будет. Учитывая то, что банан кокнулся. Запомните, дети мои, делайте вывод. А вывод – Желтый всегда предатель. Первый раунд. Самый тревожный на самом деле, потому что никто не знает, куда бежать, никто не знает, от кого прятаться, никто не знает, кому можно доверять, а кому доверять нельзя. Так, в смысле уже свет выключили? Да я 5 метров еще даже отойти не успел, уже свет выключили, ага. Здесь у нас черный это вроде Лера, так... Опа, я могу пройти вот это вот. О, все, свет включили, замечательно. Сейчас пройду вот это испытание и сразу же побегу куда-то. Только, пожалуйста, чтобы ни одного трупака я не встретил на своем пути. Так, ну фиолетовый, если бы фиолетовый был вот этим убийцей, он бы меня уже кокнул давным-давно. Так, кто-то там выполняет задание, кто-то здесь выполнял задание. Ну, Лерочка, походу, меня испугалась. Так, здесь есть кто-то на камерах, здесь никого. Так, реактор, проблемы с реактором. Идите, восстанавливайте его, идите, восстанавливайте. Давайте быстро, пока мы не проиграли. Молодцы. Эта Лера какая-то чупакабра странная. Я вот честно говорю, она как-то очень странно за мной ходит. А вот фиолетовый. Я думал то, что именно фиолетовый и кокнули. Картон. А чё она за мной-то бежит? Картошка! Если ты меня сейчас кокнешь, мы с тобой больше никогда в жизни дружить не будем. Ты смотри, и продолжает со мной бежать. Да ты смотрите на нее. Она здесь? Карт! Одумайся! Я пока не знаю, что вот это они от меня хотят, но... За бананом следите, банан желтый, банан самый подозрительный. Так, что мне здесь... А, вот это, файлы какие-то надо скачать, ждем. Я надеюсь, пока я здесь вот этим всем занимаюсь, меня там точно никто не закукарачит. Так, опять труп нашли, да? Мы вот втроем, получается, я, Мия и Отомчик, мы идем такие, значит, по коридору, идем, и там такой бац, труп лежит возле задания. А труп какого цвета? Ну, со мной в комнате была Стасик и была Картошка. Вы видели, мы были втроем в одной комнате. Я думал, то, что это Картошка, потому что собака за мной преследовала меня всю игру меня преследовала. А кто кокнулся, кстати? Костя убили. Голубого убили. Это банан. Я предлагаю это его банан. Сразу... Это банан, это ты, признавайся? Нет. Ну, предатель банан говорит то, что он не предатель. Это Лера сказала. Это Лера. Это Лера с нами первый раз играет. Это Лера, мне кажется. Лера и банан. Ладно, я пока пропускаю. Посмотрим в следующем раунде. Предатель банан. Это первый раз такое, когда я вообще не понимаю, кто убийца. Уже 2 или 3 трупака, а до сих пор я не знаю, кто это был. Подозрительно себя ведет только Картошка. Но я говорю, и Лера вот это себя подозрительно ведет, ага. Еще и свет выключили именно тогда, когда я на Леру смотрел, да? И вот этот самый... Так, свет, вот здесь, как его... Это, включить...
Ага, а кто-то, кто его выключил-то? Сюда только розовая вот эта прибежала. И банан, конечно же! Да что-то, да, утечка кислорода, идите ремонтировать вот этот кислородный бак! Да кто убийца-то, фиг его знает, вот здесь на кнопочку надо нажать. Нажал. Да, ага. Рычаги там потяните, или мы сейчас проиграем на рычаги! Все. Банан! Нет, трупак! Это банан! Он у меня, я ж говорил с самого начала, не зря мы его за борт выкинули. Он у меня на глазах убил человека и у Чпунька тоже на глазах. Это банан. Это не я, это Чпунька. А может быть, кстати, Чпунь, но я все же за банана, я желтому никогда не доверял и доверять не буду. Я голосую за банана. Так, где банан? Вот просто на глазах у меня захомячил человека какого-то. Это не было. Мы с ним везде бегали просто. Она мне стала как сестра, и он просто ее убивает. Кокнули ми, банан, ты ми, голосуйте за банан, это точно банан. Все, банан, до свидания. Узнаем в конце игры, был ты убийцей или нет. Еще один остался, и это, наверное, Лерочка, да? Еще пару заданий, примерно 5-6 штук, и мы победили. Я надеюсь, что они будут выполнять эти задания как можно скорее, так? Еще раз скачиваем файлы и ждем, чтобы меня там никто не кокнул снаружи. 4 задания осталось. Ты не на меня глаза свои, вот это пузырь, иди задания выполняй, иди хотя бы реактор вот этот отключай. И смотри, они бегут совершенно в другую сторону. Почему они туда побежали, если реактор в этой стороне? Выключайте, давайте быстрее, нажимай! Двери закрыты, это значит, что как только мы сейчас отсюда выйдем, там точно будет стась картошка, ага. А сейчас я предлагаю распределиться как можно дальше по всей карте, потому что там точно появился один трупачелла, прям 100%. Слушай, здесь никого, а кто дверь? И подглядывает за мной! А кто дверью-то балуется все это время, а? Стасик, это ты? Нет, это не я. Слушай, Лера в чате пишет, что ты убила Дашу. Я голосую за Стасика, вы как знаете. Все, давайте. Если это не Стасик, это 100% Лера. Миллиард. Голосуем за Стасика, давай. Отомчик, голосуй за вот это. Так, пожалуйста. Да! Так, это был банан, это была Стасик. Как мы с вами предполагали. Два самых больших предателя у нас в команде. Банан самый подозрительный. Банан всегда был самым подозрительным. Я сейчас начну еще одну игру, и я предлагаю сразу в самом начале исключить банана. Да, банан? Я ни в чем не виновен, я же не предатель. Ну вот сейчас мы посмотрим, банан, предатель ты или нет. Это 100% банан. Вот прям я зуб свой даю, это 100% предатель банан. Ну или Мия, ну или я. Так, пошла жара по трубам. Надо подготовить выключение света и надо подготовить закрытие дверей. Ага, поехали. Опа, синий, здравствуйте, мордастуйте. Так, у нас свет выключается, свет у нас выключился. Так, синий от меня убежал, синий испугался. Лерочка у нас здесь бегает. Опачки, а двери-то закрылись, а человека-то мы кокнули, и сейчас самое главное куда-то в люк. Успел, и серый заб... Господи, я успел за секунду в люк залезть, и там... Я шел и увидел трупа в кафетерии. Ага. И прямо он под тобой упал. Никого... Че, есть у кого-то какие-то подозрения, кто это может быть? Кроме банана, конечно же. Отомчик может. Подозрение на отомчика. Я не знаю. Мне тоже. Вдруг это не банан? Вдруг... Ну, в любом случае, мы это узнаем чуть позже. Все, давайте, пропускайте. Выполняем задание. Ага. Это же не я убийца. Да, смотрите все на меня. Я задание выполняю, если что, ага. Двери закрыли за собой. Сейчас Костечка вот сюда зайдет. И я Костечку зарубашашу, как обычно, и запиндюхаюсь в люк. Нет! Синий черт меня увидел!
Это Эд убил кого-то при мне и прыгнул в люк в медике. Ага, да. А ничего то, что я в реакторе был и оттуда убежал и выключал вот эту вот фигню, тревогу? Я тебя там не видел. Потому что я убежал оттуда! Нет, еще был саботаж, я туда такой захожу, а тебя там нету. А, может тебя там не было, потому что я оттуда убежал, чпуньк? Нет, это был точно, когда саботаж был, он помогал кнопку нажимать. Ага. А потом, после этого, я пошел выполнять задание, возле меня стоял Костя вроде, и Розовый, и Стасик возле меня стояла. Ну я за это. Конечно, все за меня. Вы что, реально меня выкинули? Собаки сутулые, я же не убийца был. А сейчас я привидение! Лера, сын, я же двери закрыл за собой, я был уверен, что там никого нет. Как там Лера оказалась, я не успел в люк забежать, ядрить, ты колотить. Сейчас вся надежда на Мию, я ей буду помогать как привидение. Надо найти Мию и надеяться, то, что она сможет всех перекокать, потому что осталось еще очень много человек, а времени очень мало. Давай, бананчик, давай, проверь, не убийца ли Мия. О, двери закрылись, и Мия закукарачила банана! Я же говорил, что банан предатель, не, в этой игре, конечно, Мия предатель, так, Мия еще не... Ага, зашли синие, зашли черные, здесь трупа... Мы вдвоем нашли, мы, короче, такие заходим, вон там вот дверь такая красивая, она была такая закрытая, потом там оп, заходим, и там такой трупик валяется. Кто был рядом с трупом? Никого. Я, конечно, думал, что это банан, как всегда, маньяк, но его убили, но он все равно 100% маньяк, хоть и труп, ну ладно, давайте скипнем. А я забыл самое главное, что я двери до сих пор могу закрывать, хоть я как бы труп, но я могу помогать Мии. Поэтому самое главное, чтобы сейчас не кто-то зашел в эту комнату, и в этой комнате серенький! Двери закрыли, Мия серенькая! А чё так можно было? И просто в люк спряталась, и Мии как будто здесь не было. Все. У нас есть все шансы, еще все шансы есть. Заходит черный, идет сюда, видит, что там валяется трупак, и созывает всех на собрание. Как обычно. Там труп был, я видела, труп там был. Короче, если это не банан, потому что банана здесь нет, значит, это вот эта вот черная Лера. Я бы, был бы я жив, я бы тоже предложил бы кикнуть черного, но я не жив, и они меня не слышат. Но это Лера, это 100% Лера. Видишь, даже угрозы пошли от Никит к тебе. Вот именно, я вообще в шоке. Ну, как говорится, это не банан. А как мы выиграли? Ты что, всех сейчас перекокала сразу же? Да? Лохопедины, вы же с самого начала меня выкинули после того, как я голубого Костю кокнул, а Мия вас всех просто перекокала. Не, ну конечно, если бы не я вот это двери закрывал, Мия бы, конечно, вряд ли бы смогла справиться, но ладно, я предлагаю еще один раунд. Давайте, посмотрим, кто будет убийцей в этот раз. Ну интересно, интересно было. Я на самом деле совершенно не ожидал то, что Мия сможет всех убить. Она одна, одна убила всю команду. Так, свет выключили. Меня главное не кокайте, я сейчас вот эту вот фигню восстановлю и сразу же побегу. В камеры, бежим в камеры, через камеры посмотрим. Там всегда можно спалить кого-то. Да хватит за мной бегать, картошка, ядрить, колотить. Каждый раз за мной бегает. Так, задание. Быстренько, пока меня картошка там не закукарачила. Вот так. И что она делает? Она просто стоит и тыкает на неработающую кнопку. Ладно. Сделаю вид, то, что я этого не видел. Ага. Лерочка. А за Лерочкой вроде Отомчик. Ёпа, они зашли в медпункт, и за ними закрылась дверь. Если сейчас оттуда выбежит только Отомчик живой, это 100%, ну или Отомчик, или Лера, это убийца. Отомчик выбежал, а Лера не выбежала.
Я сейчас пойду в этот медпункт, и если в этом медпункте будет труп Леры, это 100% отомчик. Прям 1000000%. И здесь у нас внутри лежит трупак Леры! Так, это отомчик! Это миллиард про... Я через камеры смотрел, в медпункт зашла мне вот эта Лера, зашел отомчик, двери закрылись, потом выбегает отомчик, и там труп внутри. Это отомчик, где он? Это отомчик. И банан, скорее всего. Я видела, как Лера забежала, чтобы пройти сканирование в медпункте, но отомчик тоже туда зашел. Тогда это 100% отомчик, я видела его через камеры. Голосуйте за него прямо сейчас. Если это не он, тогда я не знаю, какая мистическая сила Леру кокнула прям у меня почти на глазах через камеру. Голосуйте. Я видела, как Банан и Стасик вместе стояли там в одной комнате. Прям в уголке. Да, близко. Ага, Стасик с Бананом в уголке друг к другу. Ну, ничего. Сейчас через камеры вдруг и вас спалю, как вы там где-то целуетесь. В прошлой же серии спалил, как Чпуньк с Самочкой целовались, ага. И не надо это отрицать, это было в предыдущей серии. Это был Херейт, а не я. Неважно, кто там с вами из вас целовался Самочкой, но кто-то Самочкой точно целовался. Ага. Ага. Может быть, конечно, это Стасик, но я не уверен. Ремонтируйте реактор. Давайте, времени мало осталось. Выключите его уже наконец-то. Давайте, клацайте. Фух, так, молодцы. Короче. Идите все сюда! А кто двери-то закрыл, а? Все, двери открылись! Труп! В смысле, у меня сейчас на глазах труп появился! Отвечаю, это банан. Прям желтый банан, этот подозрительный тип. Да это не могу быть я убийца, вы издеваетесь? Серьезно, я в каждой игре убийца. Это наверняка картошка. Слушайте, ну с этим я согласен. Каким бы Банан не был убийцей и предателем, но не может же он из трех игр 3 раза попасться убийцей. Мне кажется, это Чпуньк почему-то. Это не Чпуньк, я была с ним все время. Ну тогда это картошка. Я не убийца, потому что я в предыдущий раз был убийцей. Это картошка, 100%! А че, вы картошку, да, значит, исключили? Слушайте, но я предлагаю... Да чё вы от меня-то отходите? Я предлагаю все вместе собраться... Опять труп появился прямо у меня на глазах! Это уже не смешно. Это или Банан, это или Мия. Я даже не знаю... Нет, точно. Я была от Чпунька далеко, это не я. Вы рядом были, что Банан, что ты, вы прям рядом возле Чпунька были. Я не верю, что это Банан. Как бы я не верил тому, то, что всегда желтые убийцы, но он не может 3 раза подряд быть убийцей. Ну чисто гипотетически не может. Я голосую за Мию, Банан. Давай тоже за Мию. Если это не Мия, тогда я настоящий лошпед, а Банан прирожденный убийца. Мы уже поняли, да. Ну ты лошпед это. Да. Предатель Банан и отомчик. Я с самого начала говорил, что это он. Лошпед. 3 раза из 4 игр ты убийца. Как можно из 4 игр 3 раза быть убийцей, Банан? У него читы. Просто давайте за борт читов. У него точно читы. Я не верю в то, что 3 раза подряд можно быть убийцей. Все подойдите сюда. Хоть я и понимаю то, что мы сейчас не играем, но мне кажется, даже здесь он нас сейчас всех убить сможет. Это же банан! Ломай к чертовой бабушке это. Ломай, банан, ты уже знаешь, куда тебе идти. Давай, с тобой здесь никто не будет вот это сюсюкаться, мумухаться. Все, давай, прыгай. Я все равно вас найду и закокошу. Вы только посмотрите, он еще нам и угрожает. Ну, слушайте, сейчас мне не страшно на самом деле играть. Давайте еще одну игру без банана. Сейчас точно банан не будет убийцей. Хотя, все, конечно, возможно. Все возможно. Если не банан убийца, тогда кто-то другой. А вот кто другой... Я даже представить себе не могу.